привет, друзья! Сегодня у нас выдался свободный денек. Постреляем из ружья ИШ-54 пулей Полева и Ленинградкой на дистанцию 50. А потом посмотрим, может и больше постреляем, метров может на 100. Так, в качестве небольшого эксперимента. Подписчики просили у меня пострелять из этого ружья. Вот сегодня я удовлетворяю вашу просьбу, буду стрелять пулей Полева и Ленинградкой. Дробью постреляем как-нибудь потом. И какое ружье это? ИШ? ИШ-54. 54. Старое, да? Советское ружье. Ага. Hello guys, I'm here as a translator. The guy wants to shoot with some Polyver 6. And this is quite a small target. I usually shoot on the big target here, but he's going for the small target on 50 meters and we might try at 100. Then we'll try these Ленинградка. Я буду стрелять шестеркой. Да, yeah, this is Polyver 6. Polyver 6. Патроны заряжает сам. These L2 slugs, they are performing pretty sadly, I say, in general. Ты тоже не нравится, да? Не, не нравится Ленинград. Yeah. Плохо летит она. Yeah. Она кувыркается в воздухе. Да. He also says that these Ленинградка, they are bouncing or they are tumbling as hell. It's not awesome at all, but we just check them out for fun anyway. 50 meters to the target. 50 meter. Попал, хорошо. Стреляю с чока. Первый раз стрелял с получока, сейчас стреляю с чока. Дистанция полтинник. Okay, he's shooting with a full choke now. Also 50 meters, let's see how it goes. Попал опять. Once again. That's not too bad. По центру целился, да? Right. Ленинградка. 2. Выстрел резкий. Я думаю, ты попал пенек, наверное, внизу. Да? Yeah. It definitely, it was definitely hitting low. Okay, I think he hit very low on that shot. We'll see. But none of us like these slugs, so. Right, so hit the so he actually hit it in the bottom. And over here. Но пуля пришла ровно. Обычно она приходит вот так. Да. Yeah, you see, normally they're keyholing, and this is also my experience. When the shooting starts, the pink ninja appears. This is how you can carry your axe in a Russian Vishmashok. 100 meter, да? 100 meters. Не попал, думаю. Yeah. Может быть, пусть, да? Посмотрим, или я все еще раз. Давай, сейчас рук стрельну. Ага. С рук. Try once more. Далеко, конечно, очень. Да, очень. He's the self-loaded cartridges. He actually got it on the 100 meters. One there. Может быть там два. Второе, наверное, с рук меня кинуло все равно. Ага. И где мушка? Целился? Целился, да. Там? Вот так. Чуть-чуть повыше, 100 метров, пуля уже. И по центру? Да, по центру целился. Да. Чуть-чуть повыше. Где-то вот. Да. Yeah. He's aiming on center here. Да. Hitting down here. He knows the shotgun very well. Достойный аппарат, ребята, рекомендую всем. Ружье 65-го года. The firearm there, the shotgun there is from 1965, he says. It's a ИШ 54. Ложу переделывал мастер кировский. It's a custom-made stock. Да, очень удобно, очень прикладистое ружье, очень... Можно с закрытыми глаза закрыть и стрелять и попасть. Очень удобно. You can hit with the closed eyes, he says. Использую на биатлоне и для охоты крупного зверя. Ну все, давайте. Всем удачи, всем пока. А я
Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега Охотник и канал Вятка Хантер. So guys, subscribe and subshare to the channel, and I should say from Serjoga, he appreciates all of your comments and likes and all this stuff, even though he does not reply that much, but he tries to reply via the Google Translator.